Всем привет! Приветствую вас на канале Интернет и деньги. Вчера зашел в один интересный проект, он называется Garrett Company, это Fast. И только что мне пришло первое начисление по моему депозиту. И давайте проверим, платит ли этот проект. Давайте перейдем в проект. Кто не смотрел мой предыдущий ролик, быстренько вам расскажу о тарифных планах, что они из себя представляют. А тарифные планы у нас здесь три. Первый старт 135% за 4 дня. Минимальный вклад 100 рублей, максимальный 2999. Дальше у нас идет тариф медиум 140% за 4 дня. Минимальный вклад 3000 рублей, максимальный 9999 рублей. И самый мощный у нас тарифный план это премиум 145% за 4 дня. Минимальный вклад 10 тысяч рублей, максимальный вклад 50 тысяч рублей. Кстати, по этим тарифным планам начисления идут каждый день, раз в сутки. Вы можете выводить начисления по вашим депозитам. На первом пакете старт каждый день будет идти по 33,75%, на пакете медиум по 35% в день и на пакете премиум 36,25% в день. Так, теперь давайте перейдем в кабинет и выведем денежку. Так, заходим в мой профиль. Вот смотрим, у меня на балансе 40 рублей 50 копеек. Так, давайте перейдем в Fire, посмотрим, у меня 299 рублей, обновляем. 299 рублей. Так, идем в вывод средств. Так, тут уже все прописано, но у меня стоит автоматом. Если у вас не прописано, то прописывайте сумму, выбираете платежную систему и номер вашей платежки, на который будете выводить. Так, у меня все прописано. Давайте нажму я подать заявку. Так, перевод, номер такой-то, такой-то, успешно завершен, заявка выполнена. Вот, смотрим историю вывода средств, дата 19 октября, сумма 40 рублей 50 копеек, номер счета, система Fire, статус, заявка выполнена. Что ж, идем в Fire, проверяем, обновляем страничку и вуаля, 340 рублей, как видим, выплата нам пришла. Давайте посмотрим от кого, плюс 40 рублей 11 копеек. Если кто не знает, Fire берет комиссию, поэтому сумма не идентична вот той, что выводил. Потому что мне в комментариях один раз написали, что какой-то развод выводил одну сумму, а пришла другая. Так, давайте нажмем вот тут. И вот, пожалуйста, 19 октября, 18.25, сумма получения 40.11, комментарий от Garrett Company. Как видим, проект успешно выплачивает. Так что здесь можно неплохо заработать, но помните о рисках, что в такие проекты нужно заходить только свободными деньгами, которые вам не будет жалко потерять, потому что в любой момент в таких проектах может быть скам. Так, ну на этом все, буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр и до новых встреч.